Globalization. It speeds up movements and exchanges of human beings all over the planet. Some countries benefit from high immigration rates, as immigrants support the economy, pay taxes, and alleviate the country's imbalanced demographic situation. Some countries, however, suffer from high number of people leaving the country. For instance, Russia, which experiences the population decline of about 800,000 of people per year. The United Nations even claimed that the population of Russia might fall by a third by 2050 if the trends didn't improve. And there is a number of reasons of such population decrease, one of which is a high number of people leaving the country. And today we'll interview people from Russia and ask them whether they would like to leave their country and move abroad, and why. And indeed, why would you want to leave such an amazing place? Okay, it's cold sometimes, but it's fine. Minus 30, minus 40. Здравствуйте. Вы бы хотели всю свою жизнь жить в России или также рассматриваете переезд за границу? Добрый день. Я бы, наверное, хотела все-таки какую-то часть своей жизни пожить в России, потом переехать в другую страну. Скорее всего, Италия или Испания. Европейская часть мне интересна. Я думаю, что я бы, наверное, все-таки сменила место жительства в будущем. Считаю, что климат этой страны не очень подходит мне. И, возможно, я бы хотела попробовать пожить в другой культуре, пообщаться с другими людьми. Думаю, что-то из стран Европы, скорее всего, это была бы Испания или какая-то другая теплая страна. Мне нравится в России, в принципе, я готова прожить всю жизнь здесь. Это мой менталитет, я тут родилась, и хотелось бы прожить всю жизнь в той стране, где твой родной язык, все твои близкие люди. А путешествия никто не отменял. Можно все время путешествовать и культуру других стран изучать также. Я бы лучше переехал в другую страну в определенный период своей жизни, чем остался бы в России. Сейчас ситуация в этой стране, мне кажется, немножко нестабильной, в том числе из-за правительства, поэтому я бы предпочел более спокойную и благоприятную страну для жизни. Конкретную страну я, наверное, пока не назову, но скажу, что, скорее всего, это будут страны Европы. Вы знаете, я не загадываю на целую жизнь, и мне кажется, что очень много что может поменяться. У меня нету такого-то четкого намерения куда-то переехать, потому что очень много есть того, что меня связывает с Россией. Но попробовать пожить в другой стране я бы хотела, потому что, мне кажется, это был бы незабываемый опыт погружения в другую культуру. Но у меня несколько вариантов. Самые, наверное, желанные, их два, это Грузия и Голландия. О, в США. Не знаю, как-то сама культура сама по себе, то, что люди улыбаются. Возможно, у меня какие-то стереотипы, наверное, сложились. Возможно, это неправда. Я хотел бы больше своей жизни прожить в России, но я хотел бы пожить за границей какое-нибудь время, там, год, два, три. Мне интересно было бы пожить, возможно, на Кипре, в Китае было бы интересно пожить, в Армении даже рассматривал вариант на полгода переехать. Вы знаете, есть одна причина, по которой бы я осталась в России. Это сумасшедшие замечательные зимы, вот такие русские наши зимы. Поскольку моя сестра живет в Германии, она очень скучает по таким зимам. На английском, да? It depends on my future career, you know, because I'm a future engineer. I'm trying to be an engineer, and it depends on many facts, such as in what company I would like to work. There is more and more future opportunities for me and for my career abroad than in Russia. А что вы любите больше всего в своей стране? В своей стране язык родной, замечательные люди здесь и культуру. Здесь лучший интернет, в России лучший интернет, здесь лучше медицина, то есть она доступнее, она более дешевая по сравнению с другими странами. И, ну, такие вещи, где я действительно думаю, что сейчас, возможно, это лучший вариант для жизни, чем эмигрировать куда-то. Я сама жила в Казани 6 лет, сейчас я переехала в Москву недавно. В Москве мне нравится здесь, что много работы. Здесь все
денежные средства крутятся. Для меня это родное место, я не могу его покинуть. Да, я понимаю, что есть некоторые проблемы, но я понимаю, что вот, может быть, это смешно звучит, но это как родина, грубо говоря, и мне тут нравится менталитет в целом. То есть, ну, все родные люди, мне очень нравится, как выглядит вообще страна. В России мне нравится наш менталитет, потому что он очень... Мне он кажется именно адекватным. Мне нравится просто мой город и где я живу, люди, с кем я живу. Ну и еще мне нравятся праздники в России, самые лучшие. Я бы ответила за Москву, потому что это по-другому 100%, может быть, в других городах, но, наверное, очень хороший уровень сервиса и доступность вообще всего, что только можно пожелать в любое время дня и ночи. Это очень круто и очень удобно, к этому привыкаешь, от этого сложно потом отвыкнуть. А в России какой-то свой менталитет, и я считаю, что за границей меня просто не поймут, и я никого понимать не буду. Как-то все родное, простое, понятное. То есть, mm-hmm. ну, простота нравится. Здесь все родственники, ну и я патриот своей страны, фанатка Владимира Владимировича Путина, поэтому я за Россию. В России мне нравятся наши крупные города. Москва, Санкт-Петербург. Мне кажется, они очень красивые по архитектуре, у них интересная история. Ну, близка наша культура, наши люди, которые понимают нас. Менталитет, наверное, наше все-таки взаимопонимание, потому что я много где была, все нравится, но все-таки это наш дом. И сюда всегда приятно возвращаться, и не хочется отсюда уезжать. Some people believe that if you leave for another country, you would also leave all your problems behind. But it doesn't work like that. You can't escape from yourself. Anywhere you go, all your flaws, little imperfections, bad habits are gonna catch up with you, and all your problems are gonna stay with you wherever you go. There is no place in the world without problems, and in any country of the world you would find some drawbacks, things that irritate you, or some things that you will think that were better in your home country. The grass is always greener on the other side. However, if there was just one thing that Russians would like to change about their country, it would be... Политическую систему. Отношение правительства к гражданам нашей страны. Я бы изменил отношение правительства к людям, потому что зачастую, если они делают вид, что пытаются что-то сделать для людей, к сожалению, выходит так, что это выходит только хуже. Не знаю даже, может быть, коррупция. Искоренить коррупцию. Больше делать для людей, для комфорта жизни людей. Наверное, вот это единственная вещь, которая сделает всех немного счастливее и нашу страну лучше. Я бы не меняла. Дороги. Скорее власть все-таки. Наверное, чтобы зима не такой холодной была, побольше как-то лета хочется. Мне как-то больше лета нравится. Наверное, коррупция. Коррупция? Мне бы хотелось, чтобы у нас была, как в других странах, как в Европе, как в Америке, максимальная сменяемость власти. То есть вот каждые там 4 года, чтобы такая интрига, кто же будет следующим, что же изменится, чтобы постоянно были перемены. Все наши люди, к сожалению, говорят о том, что государство наше плохо о нас заботится. Но, к сожалению, пока сдвигов тоже нет. Ну вот, наверное, только эту сферу жизни. Работа госструктур, ну и отчасти работа самих же наших граждан. Чтобы жила хорошо не только Москва, но и Россия в целом. Я бы хотела, чтобы люди, которые здесь живут, ну, причем там и мои ровесники, но больше, наверное, даже те, кто чуть старше нас, они, ну, перестали озираться на прошлое и, там, например, на советское прошлое, да, и говорить о том, что если сейчас стало чуть лучше, то значит это очень круто, что мы, типа, теперь впереди планеты всей. Я хотела, чтобы они, как бы, в качестве индикатора круто использовали опыт, в том числе, других стран. Образование можно было бы изменить, то есть как учат в школе и вообще школьное образование. Хотелось бы как-то щелкнуть пальцами и оказаться в стране, где люди относятся к другим людям, к близким и не к близким, в том числе по-другому. У них другой взгляд на жизнь.
Мне кажется, этого сейчас не хватает, и мы отстаем очень от, в том числе, вот, европейских стран по уровню самосознания, осознанного подхода в целом к жизни. People's mood, because, you know, there are many situations where we can see that our people are very frustrated, depressed maybe because of their work, and I think that they need to be happier and smile a lot. That's very important for their life, and that will help them a lot.